Здравствуйте, дорогие друзья. Есть в нашей недельной главе такие замечательные слова. «И радуйся всему благу тому, которое дал тебе Господь Бог твой сегодня». Мы не знаем, что будет завтра, мы не знаем, что... Вчера тоже это такое расплывчатое. Вот сегодня один из важных вопросов, который нам зададут на суде, почему вы не радовались тому, что у вас было? Даже если человек жалуется на прошедшее, каких-то хороших моментов у тебя, что вообще не было, хоть раз ты смеялся там, где положено. Еврейского мудреца однажды спросили, что его больше всего изумляет. Он говорит, меня изумляет человек. Вначале он жертвует своим здоровьем для того, чтобы заработать деньги. Потом он тратит деньги на восстановление здоровья. При этом он настолько беспокоится о своем будущем, что никогда не наслаждается настоящим. В результате он не живет ни в настоящем, ни в будущем. Получается, что человек живет, будто никогда не умрет. А умирая, сожалеет о том, что еще не жил. Поэтому говорили мудрецы, живите сегодня. Радуйтесь сегодняшнему дню. Вчера уже нету. А завтра мы не знаем, будет или нет. Знаете, что сегодняшний день самый лучший день в вашей жизни. А когда зададут вопрос, почему не так, почему не сбывается то, что я задумал, расскажу притчу такую. Над ней стоит задуматься. На задворках вселенной находится маленький магазинчик. Он продает желания. Ассортимент магазина огромный. Можно купить все. Огромную яхту, квартиру, мужа, вице-президента корпорации, пост, там, модельную фигуру, победу в конкурсе, я знаю, что еще, футбольный клуб, власть, успех, бриллиант, колечко там, все. Не продается только жизнь и смерть, этим занимается другой офис. И каждый пришедший в магазин, есть, правда, такие, что никогда в жизни в магазин не ходят, просто сидят на попе и ждут, что там произойдет. И даже не желают. В первую очередь узнавали цену своего желания. Цены были разные. Например, любимая работа стоила отказа от стабильности, от предсказуемости. Стоила готовности, не получается самостоятельно планировать и структурировать свою жизнь. Там, я знаю, разрешение себе работать там, где нравится и так далее. Власть стоила больше, надо было отказаться от своих убеждений, уметь всему находить рациональное объяснение, уметь отказывать другим, там, я знаю, разрешать себе говорить «я», там, ну и так далее и тому подобное. Некоторые цены были странными. Замужество практически даром. А вот счастливая жизнь очень дорого. Она стоит персональной ответственности за собственное счастье, умению получать удовольствие от жизни, знание своих желаний, отказ от стремления там, соответствовать каждому окружающему, умение ценить то, что есть и так далее. На каждый... Ну, смотрите, люди приходили разные в магазин, не все покупали желания. Некоторые, увидев цену, разворачивались и уходили. Другие долго стояли, думали, пересчитывали, там, размышляли. Кто-то начинал жаловаться на высокие цены, а спрашивал, будет ли распродажа. Были такие, которые доставали из кармана свои сбережения и получали свое заветное желание, завернутое там в какую-то красивую бумажку. На счастливчиков смотрели так, другие покупатели перешептывались. Когда у хозяина спрашивали, не боится ли он разориться, он говорит, нет. Всегда находятся смельчаки, которые готовы рисковать своей жизнью, там, деньгами, чтобы, простите, деньгами, чтобы и всей своими, так сказать, подходами, чтобы менять свою жизнь. Есть те, кто желают, отказываются, умеют от привычной, предсказуемой жизни. Они способны поверить в свои желания и так далее. Что главное надо понять в нашей притче? Концовку. На двери магазина висело объявление. Если твое желание не исполняется, значит оно еще не оплачено. Вот и все, вдумайтесь в это. Наша жизнь часто зависит от того, что мы хотим видеть. Если спросить муху, есть ли здесь в окрестностях цветы, она скажет, не знаю, навоза достаточно вот там в той канаве, вообще чудесное дерьмо. И муха начинает перечислять все помойки. А если спросить пчелу, не видела ли ты здесь какие-нибудь нечистоты, она говорит, не знаю, я видела там много цветов и так далее. Муха на самом деле вот на любом цветущем лугу найдет нечистое место. А пчелы в самом, извините, нехорошо пахнущем болоте отыщет цветок и соберет с него нектар. Дорогие друзья, нам надо выбрать, какими глазами смотреть на мир. Особенно в это непростое время. Время, когда мы идем к суду, который решит, какой у нас будет следующий год. Брахавы от слаха. Давайте видеть все-таки вот цветы. Всего хорошего.